Он на скамейке. Убил. Да, шок, блядь, пиздец вообще. Трога. Хорош! Эй, шока! Все, можем под А выходить. Подожди, ну ласт на под Б должен быть. Нихера себе! Ебать! Привет, меня зовут Эрик, и только вчера мы доиграли турнир от бустера на 100 тысяч рублей. Это были по-настоящему интересные, долгие и плотные игры, которые я вам сегодня покажу. Есть одно но. Почему в этом ролике спойлер, то что мы уже выиграли? Это все потому, что это происходило на стриме, где смотрело 70 тысяч человек. Понятное дело, уже многие люди знают про эту победу, и скрывать просто незачем. Но вы поверьте мне, это стоит того, стоит этого просмотра, потому что мы, как так получается, мы реально хорошо монтируем такие ролики, где показываем реально напряженную игру, совмещая мою запись, совмещая комментаторов и так далее. Поэтому я тебе готов пожелать приятного просмотра, я думаю, 15 минут пройдут точно приятно и напряженно. Ну и еще у меня для тебя есть анонс. Я в течение недели каждый день буду стримить на YouTube в одно и то же время, делая крафты. Прямо сейчас у тебя написаны те крафты, которые будут. Это большое количество скинов, большое количество денег. Это просто из-за того, что мне стало скучно, я давно не делал контракты. Поэтому я решил совместить и YouTube, стримы, которых не было уже года полтора адекватных каждый день. Плюс еще, может быть, что-то выпадет, а вы сами знаете, что сейчас творится с рынком. Скины стоят очень дорого. Я думаю, что это можно начать уже послезавтра, то есть 18 числа. Ну и я думаю, что это будет к 19:00. Каждый гребаный день, 7 дней подряд я буду заниматься такими стримами. Посмотрим, что получится. Может быть, ни один крафт не удастся. Может быть, онлайн будет 1000 человек. А может быть, ничего не знаю. Не стримил на YouTube очень давно. Хочется вспомнить и сделать какие-то для себя выводы. Ну и 4 дня подряд я уже не просил лайки, поэтому, если тебе не сложно, поставь лайк по-братски. Давайте наберем 1025 лайков. Это будет очень приятно. Спасибо, а мы приступаем. На протяжении всего турнира моя команда не менялась, а ее состав выглядит именно так. Эвелон, Каравай, Шок, Генсуха и Тендрибая. А команда первая наших противников — это Дизаут, Квакамоли, Дилайт, Синди и Аринян. Мы играли бо 3, и победитель попадает сразу же в финал. То есть нужно выиграть две команды. Поэтому мы сейчас посмотрим, что из этого получилось. Погнали смотреть первую карту. Никого нет. Окно не вижу. Шорт надо проходить. Один в КТ. А шорт надо кинь. Ай, блять, прикольно сидеть и смотреть. Я тут, я комментатор, блять. Хорош. Есть на шорте, Окей, чел. Здесь я помогу, жди. Не, я ставлю, все нормально. Убил его, брат. Хорош. А, блять. На зиге был шорт, есть. Бусик. Что за хуйня? Бля, нихуя не их трахнули. Все, уже тиль, слышь, команда посыпалась, блять. Убил его. Убил, ладр убил. Жестко шок просто дает в рот Григоряну, в тукану, в нос. Попробуй поставить, бро. Убил. Да, шок, блядь, пиздец вообще. Вышел, бэксайд вышел. Молодец. Бля, ну пока, слушай, пока команда Десаута я очень хуёво играет. Ребят, ничего. Ладно, это двое на сайте. Если бы сейчас залетел в антап у него, то, конечно, было бы красиво. Но чудес, конечно, в этой жизни не так много бывает. Но бывает. Он не ожидал. Здравствуйте, шо, ребята! Что-то же ГГ пишет! Меняйте, давайте сразу вторую игру. Пару слов, так сказать, после победы. Пару слов, ну неплохо, противники бьются жестко. Прикольно, а спасибо. А у нас еще ГГ? Нет, не забыл. Вот там три стоят, пойдем, сука! Пойдем. Убил. Убил. Блять! Молодец. Цемент еще. А, еще сзади. Убил. Блять. Все.
Хорошо. Пойдем на Б. Винты, пойдем. Ай-яй-яй. Дай. Все, можем под А выходить. Подожди, ну ласт на под Б должен быть. Эрик Шота! А зачем я под Б пошел? Нихера себе! Ебать! Массы. Нет, нет чипсов, не хватило чипсов. Блять, вообще очень-очень грамотная эта игровка. Черт. То есть команде десаута точно нельзя терять раунды. Точно нельзя терять раунды, им надо набирать раунды, им надо общаться, им надо, блядь, как можно жестче, блядь, мутить движухи. Молодцы. Убил двоих. Билайт на шок. Хорошо. Да, билайт забирает шок. Нет информации. Нет! Найс! Вышел уже. Коннектор. Слушай, 11-4. 11-4. Я придал аплодисменты Григоряну, блядь. Это балдежная хуйня. Блядь! Блядь, ебать! Коннектор. Найс. Убил его. Ну да, GG. GG. Да, всем спасибо. Спасибо. Ну что, мы в финале. Был сложный путь. Мы в финале. Мы прошли финал, и сейчас наша следующая битва — это против Строгу, Exile, Макривского, Антики и Диана Райс. Что из этого получится, прямо сейчас вы увидите. И победитель уже выигрывает этот турнир. Вот так вот быстро. Прямо сейчас мы на CS Fail, и у меня $150 на балансе. Я попробую за эту интеграцию сделать из-за этой суммы в $200. Так, ну что ж, пошла ставка. Сейчас у меня стоит коэффициент 1.1. Зачем я это сделал, без понятия. Я сейчас попробую сделать депозит в джекпот. 13 скинов разыгрывается, банк $74. Мой депозит здесь около $50. И здесь... что? А, да, мы выиграли, отлично. Мы же выиграли, да, шикарно, мы выиграли плюс $16. Мы очень близко растем. Мы ближе и ближе. Да, прям что? Мы сделали не $200, а 218 за эту интеграцию. Такие вот дела. Если что, ссылка на сайт есть в описании. И если вы будете использовать мой промокод при депозите, вы получите плюс 5% к пополнению. Закидывая $100, получите 105 на баланс. Ну а мы идем дальше. Только я заберу этот ножик. О, да, дружище, господи, какой же ты маленький. Господи, ну такой дорогой, господи. Убил. Меня убили с окна. Убил. Я пойду за бомбой. А, на партах. На партах. Блять. Он шорт запушил. Угу. Убил бы дом. Хорошо. Молодцы. Эксайл! Умирает сразу же. Баба есть. Это попса хлопа. Хорош. Эрик Шока! Убил. Лучший. Хорош! Ой-ой-ой-ой-ой. 6-5. Аплодирую, строя. Строго на коленях, ребят. Давайте. Низ, дефолт сейчас. Все, убил. Все, убил nice. Шорт. Ну ебаный тек, найн, нахуй. Хорош. Ладно, любил, нормально все. Да, блядь, куда? Я, блядь, влип. Голо. Яму в спине уже. Катволк. Яма есть. Хорош. Это адук будет опять. Молодцы.
Молодцы. Простреливай, каравай, да. Строго. Ебаный сын. Хорош. Найс! Очень сфокусирован, очень сфокусирован. 29 фрагов. Хуёвый бай у команды Эйлона. Посмотрим, какое решение примут они. Бомба в джангл, все вижу. Молодцы. Блять, это такой пиздец просто, я такой... Ребята, это было жестко, ебать вашу жопу, блять. Это было интересно. Мою? Да, всех вас, блять. В коннектор зашел смог. Вать, здесь. Там еще. Ай-яй-яй, был бы дигл, возможно, залетело бы в чекушку, блядь. За контрол же здесь. Найстрай, грабули. Зелень, хорош. Ёбаный сыгр, блядь. У вас тоже может быть красный. Найстрай. О боже. Еще между. Найс. Хорош. Кибершоков просто лучше. Я прочитал, блядь! Ребят. Еще один зелень. КТ идут, шок. Молодцы. А, минус 90. Я просто видел, хэй улетел, я думал, там же. Заберите коннектор. Найс. Эрик Шока! А, блин, его видела! Опа, верхнему. Ай. А нахуй, шо, красава? Как жестко стоишь. За. Ой, главное не поворачивайся. Пожалуйста, стой. Нет! Уёбай, блядь, сраный нахуй! Хорош. Надо, блядь, надо взять свои, надо взять свои яйца, блядь, в кулак. У них сейчас денег, у них нет сейчас экономики. И показать скилл, блядь. Как ему везет, пиздец. Найс! Да, звонил, сделал. Можете пачку успеть поставить. Ой-ой-ой! Хорошо, что убил. Найс. У него есть зафа. Хорош! Молодец. Блядь, что делает каравай? Ёбаный сыр, блядь! Ну, меня надо сдохни, блядь! Зелень взрывали. Я? Чё же? Хорошо, всё. Ребята, ура! Строго молодец, вау! Какой красавчик, вау! Я его молик, проходи направо. За сайтом тормоза до сих пор, Авик. Собака, брат, скина! Уже даже каравай не остается, друзья. Я не могу перестрелять. Бля, третья мапа, серьезно? Блять, это, блять, пиздец. Стройка. Блять, я думала, вы чекнули. Хорош. Черт, клад. За тобой. Молодец, хорош, куровой. Блять. Убил его. Убил его. Уже. Хорошо, еще справа. Бьем. Молодец. Хорошо. 10-5! Еще. Пачка Б. Молодец его. Все. Принимайте все. Молодцы. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты на шоком досмотрел? Да, он всех встретил просто. Всех. Мидл. Что? Молодцы. 3 в 1. Слева, слева, слева!
Эрик Шоков просто молодец. Эрик киберспорт. Я в спине. Молодцы. Что? Что? Вот сюда пять. Наш бой слева. Все, last main. Пилот наш. Мейн. Я не убиваю. Сайт. Блять, ой, боже, блять, какой боже. Же кошмар. А! Фак. Лучший! Вышел один. Трак стоит. Трак калаш. На сарай лес убила. Я смотрел, что сказал. Молодцы. Ребята. Я вас поздравляю с победой. Это было пиздец, как потно. На этом заканчивается турнир. На самом деле было достаточно моментов, как и от меня, так и от команды. Вообще у нас команда очень хорошо сыгралась. Мне это реально понравилось. И я надеюсь на такие дальнейшие турниры. Это интересно. По факту. Дружище, спасибо тебе большое за просмотр этого ролика. С тобой был я, Шок, или же Эрик. И я пойду снимать новый ролик. Но не забывай про стримы, которые скоро будут запланированы 7 дней подряд. Пока.